Всем привет, меня зовут Споди, и мы продолжаем проходить воришку Боба, так как он последний раз попал в очень страшную какую-то чудесную непонятную лабораторию, в которой что-то происходит. Направил его какой-то странный докторишка. И вот я прохожу свои задания, и в прошлый раз я вам говорил то, что... Ух ты, что это такое? Так, а если мы найдем... А, Лазар этот нас замечает. Нет. Все, тихо, тут никого нет. Кто это? Смотрите, выбежал с электрошокером. Ты кто такой, а? Да. Вот это агрессивный ученый какой-то на нас нападает здесь. Охрана, успокойся. Ух, еле я успел. Так, хорошо, что я тут отключил пока что все. Лазар, ты будешь отключаться вообще? Да, он отключается. Значит, я пока что схожу сюда. Тут тоже есть ученый. Ученый, которого мы попытаемся обойти, ну, с другой стороны. Так, ну, ты вылазишь? Да нету никого тут. Что? Ты что делаешь? Отстань, сумасшедший ученый. Отстань от меня. Что, я ученый? Почему вы такие сумасшедшие, а? Что такое? Я ученый, ничего такого не происходит. Конечно, бы сейчас мне монетку эту. Ну ладно. Пока, пользуясь моментом, нужно пойти... Пойти вот так через... Что? В смысле? Так, а почему как меня мог обнаружить Лазар? Я вот сейчас немного не понял момента на самом-то деле. Потому что я же-то как бы замаскирован, я как бы ученый. Почему меня нашло-то? Так, давайте вот так еще раз приближимся. Та-ра-та-ра-та-та-ра-та-та. Так, он нас не заметил. Отлично. Да здесь никто не пробегал, ты что? Никого здесь не было. Нужно двигаться дальше и искать какой-то проход. Но здесь, я не знаю, получится у меня или нет. Тут Лазар, да? Лазар, я лучше подожду, пока он пропадет. А пользуясь моментом того, что мы ученые, значит, нас никто не обнаружит. Так. А, смотрите, забрали мы главные денежки. Главное денежки, осталось теперь что? Замаскироваться и выйти через... Да, в принципе, любой выход, потому что, ну, мы сделали уже все, получается. Так. Тут подождем, пока сейчас пройдет Лазар. Можем даже пробежаться. Ну, знаете, как-то это опасно все-таки будет. А давайте. Уже нам все равно. Что-то мне подсказывает, что мы сейчас сможем купить им новый костюм. Я не знаю, честно говоря, какой именно покупать. Боюсь ошибиться. Вот ровно тысяча монет. Так, мне хочется какой-то купить костюм. Так, какой же я куплю костюм? Они просто, эти костюмы, влияют, знаете, на что-то. Так, если ниндзя, то нас 100% вообще не найдут. А этот костюм стоит 4000, представляете, 4000 костюм. Нас не найдут. Так, если мы купим вот этот костюм рыцаря, то, в принципе, нам не будут наносить урон. Если же... Так, это что, Супер Боб. Ну, конечно, было бы круто купить Супер Боба. Так. Давай я все-таки... Так, отлично. Одеваем его. И что теперь? Я хочу посмотреть. А ну-ка. Интересно, что изменится-то? Что же теперь должно измениться такого, после чего мы купили костюм кролика? Смотрите, мы теперь кролик. Так, я надеюсь, он что будет делать? Он либо будет бегать или ходить быстрее. Что? То есть я одел этот костюм и теперь не смогу бегать, да?
Да что это за костюм? Он что, постоянно будет пищать? Я же так и не заметит легко. Ну-ка, нужно попробовать сейчас, когда он будет спиной. Ну-ка. В общем, как я понимаю, кролик оказался каким-то пищащим кроликом. Так, куда же мне нужно-то идти? Надо подумать, надо подумать. Как-то аккуратно так пройти, чтобы... Ну, он меня, знаете, просто не нашел. Так. Ну-ка. Тут никого вроде бы нет. Тут есть доктор, да? Ну. Нет, он просто пищащий этот кролик. Я вообще не понимаю, зачем такой костюм нужен. Ну. Так, ты меня там шокером, да, сейчас будешь жарить? Нет. В смысле, он мне что, не видел? Так, это телепорт? Ого! Говорит, типа, а, мои атомы. Так, я появился аж здесь. Ничего себе. Круто. Так. Все, мы тут запираем. Как-то нужно нам куда? Пойти к выходу или что? Давайте-ка я лучше в телепорт вернусь. Угу. Так. А мне вот интересно, он меня вообще видит, как просто этот костюм работает? Тихо, тихо. Тут никого нет, тут никого нет. Блин, 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 нет! Нет, 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 нет. Нет, нет. Все, надо бежать. Смотрите, шокером бежит. Так, 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 то все, 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 хватит, ребят. Я вызываю лифт и сваливаю. Все, никого здесь нет. Отстаньте. Все, отлично. Вот это, конечно, был крутой побег. Фух, да. Не думал, что так сложно начнутся эти приключения. Так, что мы можем, наверное, потом еще купить? Нужно подумать. Что можно еще к нам купить, ребят? Давайте посмотрим в магазине. Ну, можно что-нибудь тоже приобрести. Для этого, в общем, нужно будет накопить. Если вам понравилась серия, то ставьте лайки. С вами был Спуди Дуди Ду. Всем пока.